Добрый день. Ну, докладом то, что сейчас будет произнесено, назвать нельзя при самом большом допущении. Дело вот в чем. Я предупредил устроителей этой конференции о том, что очень слабо представляю себе все, кроме значения Греймаса. Это оно для меня непреложно, я привык уважать эту фигуру. И довольно давно пришел вот к этому чувству, к этому состоянию. Я, в общем, могу сказать так, что я отнекивался как мог, и мне сказали, что все-таки этот вот взгляд неуча, да, может быть, действительно интересен, и, как сказал Томас, я вас немножко развлеку. Единственное, что я могу сделать для всех, это превратить мой рассказ в самый, ну, максимально короткий. Я начну тогда с дня нашего знакомства с Томасом Венцлой. Это случилось поздней осенью 1969 года в одном из вильнюсских кафе. Я там сидел со своей знакомой, и в это время Томас, как я потом понял, шел между столиками. Так, вот идет один из самых серьезных молодых людей в Литве, он только что приехал из Тарту, он очень сильный и глубокий структуралист. Томас подошел к нам, мы познакомились, потом на долгое время расстались, потом встретились опять, стали переписываться и так далее, и так далее. Но самое интересное – это то, что я тогда был совсем мальчишкой, я не постеснялся спросить у своей знакомой, а что такое структуралист? Нам и стало объяснять, и произошло примерно то, что сейчас Томас нам рассказывал. Каждое слово было отдельно понятно, а вместе было непонятно ничего. Вот. Но, может быть, мне тогда это было простительно. Я потом много раз этим интересовался, понял слабо, до того момента, как мой учитель литературы и истории, школьный учитель из школы, где мне посчастливилось вот провести 3-4 года, Анатолий Александрович Яковсон, великий знаток и почитатель русской литературы, который привил, наверное, часть этой любви и почитания мне. Я спросил его перед самым отъездом из России, из СССР тогдашнего, что это такое. Он говорит, я мог бы долго говорить на эту тему, но я попытаюсь обойтись и что-нибудь тебе в виде образа предложить. Есть ли у тебя, спросил он, какая-нибудь любимая строчка, любимая метафора? Я сказал, есть, есть. Тогда это была пастернаковская строка, может быть, и сейчас она осталась такой же любимой. «У капель тяжесть запонок». Вот, сказал Анатолий Александрович, вот это и ровно то, что и нужно было от тебя услышать. Ты понимаешь сам, вот существует некая метафора, у которой есть вполне определенный смысл, звук и значение. Но это же очевидно, что передает сказанный Пастернаком далеко не только вес, хотя прямо речь идет именно о весе, но передает к тому же и форму, и даже отчасти цвет. И вот то, как это работает, как это воздействует на нас, и даже отчасти, может быть, механизм природы этого чуда, которое с нами совершает автор, вот это, собственно, и есть тема, предмет изучения семиотики. Я не знаю, правильно ли это толкование, но, во всяком случае, это я понял, и это мне необычайно понравилось. Вот, и теперь я хочу прямо перейти к своему восприятию, вот, даже не столько Греймаса, сколько его пути, его следа на земле, в культуре, и то, как это воздействовало, скажем, на мальчишку, который, ну, я не знаю, привык испытывать некий трепет перед культурой. И в этом смысле эта фигура, конечно, замечательная, поскольку, если говорить газетным языком, особенно советским газетным языком, дала мне большой положительный пример, как должен себя вести литератор, как он должен работать, и как не уронить ни себя, ни родину, ни культуру. Не только, значит, собственного народа, особенно когда эти границы между науками и народами и державами чрезвычайно размыты. И тут я хотел бы сказать вот о чем. Что годы жизни, физической жизни Греймаса, 17-92, но они повторяют естественным или неестественным образом не легендарный, не календарный, а подлинный 20 век. И почти совпадают с годами, с вехами обретения независимости его родины. С небольшим смещением, вначале чуть-чуть вперед, Литва объявила о своей независимости в 18-м году, а не в 17-м, и что было некоторой условностью в конкретное время, в тот конкретный момент. И второй раз
в 90-м году, в марте 90-го года, чтобы тоже было некоторой условностью, фактическая свобода наступила гораздо позже, если наступила, скажем так. Вот. И в данном случае на его долю выпала и уникальная, и вполне рядовая судьба человека, который посвятил себя культуре и неразрывной связью с ней и с Родиной, принял на себя тем самым почти все удары и дары, которые должны были посыпаться на человека, сделавшего такой выбор. Еще я хотел бы сказать вот о чем. В его судьбе, в том, что называется творчеством, скорее всего, в его случае это, наверное, это так, и научная работа, и творчество, удивительным образом перемешалось то, я все время думаю, в чем обаяние, чем этот человек на меня действует, именно очаровывая, как личность. И понял одну вещь тоже, она пришла без объяснений, хотя объяснений я у себя там пытался найти где-то внутри, и у друзей, и из книг. Но пришло это очень странным образом. В какой-то из моментов я прочитал книгу Булата Акуджавы, исторический роман, который назывался «Похождение дилетантов». Да. Вот. И, «Путешествие дилетантов», да. Вот. Это важно. Да, спасибо вам большое за подсказку, потому что об этом, собственно говоря, и будет речь. Вот. И не буду сейчас говорить о том, какое впечатление произвел роман, не в этом дело. А в том, что это серьезное, сложное, многослойное, значит, сочинение. Но через 4 года после его создания появилась песня того же самого Булата Шаловича Акуджавы, которую он назвал «Прогулки фраеров», и которая, собственно говоря, являлась продолжением и лирической интерпретации того же самого сюжета. И обычно, когда он исполнял эту песню, он давал к ней небольшое пояснение. Он говорит, что вот и то, и другое, можно сказать, любую более или менее сложную вещь, литературную, допустим, сочинение, это будет длинное, короткое, глубокое, поверхностное, юмористическое или трагедийное, можно почти полностью следуя одному и тому же сюжету, изложить совершенно разными способами. Вот можно написать длинный, занудный роман, как я это сделал там некоторое время назад, а можно написать коротенькую песню. Смысл у них будет примерно один и тот же. А мне, говорит, очень хотелось бы только, чтобы вы знали, вот в названии этой песни слово «фраер» означает, собственно, то, оно по смыслу является тем, что в это вкладывается блатными, из чего, собственно, словаря и лексикона это к нам и пришло. Он говорит, как бы там мы ни пытались усложнить этот вопрос, «фраер» на блатном языке означает не вор, то есть нормальный человек. Вот, так вот я могу сказать такую вещь, что Греймасу в его пути, в его сочинениях, в его исследованиях, в его общении, вот мета которого сейчас передал нам Томас Венслова, удивительным образом сочетаются оба эти взгляда. То есть он на самом деле мог говорить необычайно серьезно, обращаясь к людям, как бы так это сказать, равными себе по уровню, статусу и пониманию мира, а мог обращаться к совершенно таким, как я. И такие следы есть в его письмах, есть в его других проявлениях. Я не могу сказать, что я, так скажем, приветствую подобное раздвоение, но если бы этого не было, я бы, наверное, его и не понял, и не воспринял. Вот, скажу еще просто несколько слов о том, как я воспринимаю Греймаса, и как я вижу на самом деле вот уникальность и драгоценность его пути. Я в Литве могу про себя сказать чужак, хотя и влюбленный, может быть, действительно совершенно безумно влюбленный в эту страну, и фигуры, подобные Греймасу, как бы их ни было мало, а таких людей ведь много быть не может, эту любовь во мне все время поддерживал, и, как бы это сказать, ну, если можно ее разжечь сильнее, чем она есть и была, и, во всяком случае, не давал ей затухнуть никак. И в данном случае мне было преподано как некая данность, которую я осознал, ну, к сожалению, позже, чем хотел, но достаточно рано, что нет, в общем-то, никакой существенной разницы вообще, а уж для потомков, мы уже его потомки, и с некоторого исторического расстояния разница, собственно говоря, между изгнанниками и коренными, так сказать, жителями, никуда не отъезжавшими с родины, как действительно вот вспоминается то, что Греймас себя назвал нормальным гимназистом. Вспоминается почему-то мне, параллельно с этим высказыванием,
знаменитая достаточно цитата из «Собачьего сердца» Булгакова, когда он себя рекомендует как человека благородного, он говорит: «Я московский студент, а не Шариков». Это как некая высшая оценка самого себя. Вот он не может себя воронить именно потому, что он не профессор и не мировой светило, а московский студент. И вот в этом смысле культурный литовец, как я воспринимаю Греймаса, вот это и есть та самая, может быть, высочайшая медаль, которую он проносил с собой всю жизнь. И вспоминаю слова своего любимого поэта Марцеллиуса Мартинайтиса о поэте, там у него есть такое стихотворение «Поэт с черным нимбом». В изгнании он всегда остается на родине. Спасибо вам большое.